Эй, вы не могли бы подбросить меня до церкви в деловом районе? Ладно, ладно. Ай, вы вообще водить умеете? Где ограничитель скорости? А, машина. Поручная, сменить вид. Ограничитель скорости в 왕 서프라이즈. Вы свободны. Мне нужно в больницу. Нет проблем. Thank you.
Вот вам за проезд. Мне повезло, что вы здесь. Мне нужно доехать до театра на Центральном острове. Езжайте через мост Джулиана, так быстрее. Как будет угодно. Держите деньги. До свидания. Добрый день. Отвезите меня в Хобокен, в бар Панкейк. Конечно, садитесь. Thank you.
Оставьте сдачу. Мне нужно к автостоянке возле универсального магазина в маленькой Италии. Довезете? Нет проблем, садитесь в машину. Поедем через мост Джулиано, а потом в тоннель. Это самая короткая дорога. Здесь выйти.
хватит, возьмите деньги. Надо было выпить кофе. Я отхлебнул кофе в машине и расслабился. В ожидании, пока появится очередной клиент. Я заметил, что стою недалеко от бара Сальери. Крысенок. Мистер Морелло сердит на тебя? Мы хотим преподать тебе небольшой урок, чтобы ты запомнил свое место. Эти ублюдки запомнили номер моей машины и использовали его, чтобы выследить меня. Луи подправит тебе портрет. Пришли его, хватит терять с ним время. Стало ясно, что мне нужно уносить его. Сам я не смог справиться. Я сказал себе... ...что мистеру Сальери самое время показать, как он умеет быть благодарным. Бар Сальери был немного дальше по улице. Увидеть его было бы куда приятнее, чем получить сильный вид. Раз парни Сальери спасли меня, но я оказался в очень неприятной ситуации. Я расплатился за ремонт машины, но мой босс не хотел иметь дело с теми, кто попадает в неприятности. Это вредит репутации. Когда я увидел, как шикарно одеты ребята Сальери, я подумал, что работать на него не так уж плохо. Кроме того, мне нечего было терять. Морелло охотился за мной, поэтому оставаться таксистом было опасно. И перспектива получать деньги Сальери была не такой уж безрадостной. Как я обычно говорю, лучше помирать молодым и при деньгах.
Похоже, что Морелла действительно решил рассердить меня. Однако я разумный человек. Как тебя зовут, сынок? Томас Анджело. Я решил дать тебе шанс, Томми. Мне нравятся новые лица. Мы здесь одна большая семья. Ты уже знаешь Полли и Сэма. А вот Фрэнк — моя правая рука. Он имеет дело с легальной стороной нашего бизнеса. За стойкой стоит Луиджи. Это дело не такое уж простое. Но Луиджи отлично готовит. Полли познакомит тебя с Винченцо и Ральфи. Нас еще много людей. Но пока что ты знаешь достаточно. Теперь слушай внимательно. У нас есть несколько правил. Никогда не переходи дорогу полицейским, мы им платим. И тебя они не тронут. Но если зайти слишком далеко, они придут за тобой. Платим мы им или нет. Если тебя арестуют, ничего не говори, и мы позаботимся о тебе. Я могу отблагодарить тех, кто мне помогает. А из тех, кто предал меня, мало кто выжил. Капишь? Да, мистер Сальери. Я рад. Сегодня я дам тебе возможность рассчитаться с ублюдками, которые испортили твое такси. Проверим тебя. У Морелла есть бар, куда ходят все его гориллы. Все они паркуют свои машины за забором возле бара. Если ты парень, что надо, завтра утром их там уже не будет. Полли пойдет с тобой на всякий случай. Зайди к Винченцо за снаряжением и к Ральфу за машиной. Я не стал бы ему так доверять. Он, похоже, колеблется. Он принял твое предложение, потому что у него нет выбора. Посмотрим, Фрэнк, посмотрим. Меня больше интересует, что собирается делать Морелло. Неужели он решил начать войну? Винченцо – оружейный эксперт Дона. Они знают друг друга с младенчества. Достанет тебе все, что угодно. От Томми до гаубицы. Винни, он такой. Всегда навещаю его перед работой. Бонжорно, Винченцо. Чао, Полли. Это вот Том. Новенький у нас. Приятно познакомиться, Том. Что я могу сделать для вас? У нас есть одна работенка. Нужно раздолбать несколько машин. Вот вам классический предмет спортивного снаряжения. И на всякий случай есть еще пара коктейлей. Однако с ними поосторожней. Спасибо, Винченцо. Не потеряйте биту, это моего племянника. Заметано. Этот Ральф полный идиот. Но с машинами он управляется мастерски. Как такой придурок может вообще в чем-то разбираться? Ну вот так вот бывает иногда. Как гости? Как делишки, Полли? Здорово, Ральф. Я вижу, все еще хромаешь. Так что у нас тут теперь двое инвалидов. Зато у меня с мозгами все в порядке. Угу. Ральф, это Том. Если пригонишь ему краденую машину, он сделает ее твоей собственной. И никто не заметит разницы. Ральф, у нас с Томом есть дельце одно. У тебя вроде должна быть для нас тачка. Точно. Вот она. Для гонок она не годится. Но вам подойдет, честное слово. Спасибо, Ральфи. Поехали.